Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы разберем такие названия и квартиры, как Гириш, Семин и Бодрум. И что это такое? Это все названия этажей в Турции. Например, вот эта квартира, сдающая с таким красивым балконом, выходящая прямо сразу в сад, называется Зимин. Зимин, потому что на одном уровне с землей. Очень, конечно, удобно там возможности передвигаться или на которые уже в преклонном возрасте, это очень удобно, но также есть и проблемы. Всякие там собачки, кошечки, а также насекомые, все это ползет к вам в квартиру, и поэтому есть определенные минусы, естественно. Ну, как минусы, так и плюсы есть у каждой квартиры. Вот, поэтому решать каждому. Следующая квартира, вот, которую хочу вам показать, это уже называется Гириш. Гириш — это как бы идет выше уровня земли и первый этаж. И следующим идет Бодрум. Посмотрите, вот квартира, которая располагается ниже уровня земли, на мой взгляд, самая неудачная и самая, на мой взгляд, ужасная квартира, потому что во-первых, не попадают туда ни солнечные лучи, нормально, постоянное потопление и все прочее. По пути вам покажу как раз квартиры, такие здесь, которые находятся в Измите. Обратите внимание, вот балконы любят завешивать либо тканями, либо вот такими вот специальными клеенками там для балкона, либо делают специальные на заказ, можно сказать, такие. Нет, сюда выходим и вон туда прямо по вот такой вот длинной лесенке и выходим мы в центр. Вот туда мы идем в центр, а если вон туда дальше, там у нас будет виднеться залив. Хамам здесь. Таким склоном. Подъемы, склоны. Вот смотрите, так же, как сделана квартира. Смотрите, как необычная парковка. Так вот мы вышли сюда. Вышли в центр. На центральную дорогу. Вон туда идет Белса. И вот зубная клиника. То есть от зубной клиники туда вверх. Вот она вот так вот выглядит, протестантская церковь, которая находится в Измите. Ничего схожего с нашими церквями, как обычный дом, обычные решетки на первом этаже. И, не знаю, наверное, внутри будет то же самое, обычные стулья и просто помещение. Наверное, закрыто. Сейчас пойдем посмотрим. Да, закрыта она. Так что внутрь не попадем. Так что все, кто в Измите, знаете, то, что у нас есть вот такая вот протестантская церковь здесь.
Сейчас покажу окрестности. Жалко, что внутрь не получилось зайти. Там необычный дом. Сначала подумала, что там церковь. Смотрите, необычные, закрытые. Даже подойду поближе, покажу вам решетки такие закрытые. Видите? Сначала подумала, что там протестантская церковь.